И снова здравствуйте, зрители и подписчики моего канала. Вы на канале Булат и Кот. С вами, как всегда, я, Александр. И прекрасная погода, чудесное время года. Все хорошо. На дворе у нас сегодня завершающий день зимы, 29.02.24 года. Я же говорю, плюс 8. Поэтому красота, ляпота, пчелки облетаются, как видите. Да, полным ходом идет облет. Вот такое вам сегодня видео с пасеки. У нас перезимовали все абсолютно пчел, семьи, без потерь. Получается, все 6 семей у меня. Вот. 7 семей на месте. Так что красота, ляпота. Вот такой облет идет. Солнышко светит им в леточек. И они, молочинки, мохнатенькие чудовища. Полосатики, девочки папины, красавицы, облетываются труженицы наши и готовятся к Новому году. Да, вот такой облет полным ходом идет со всей силы. Вот. Мы же в прекрасном настроении, времяпрепровождение. Делимся с вами позитивчиком. Желаем вам сегодняшний денечек. Сегодня у нас на дворе. А что у нас сегодня на дворе? Четверг у нас сегодня или пятница? Что-то я даже не ориентируюсь. Но в любом случае прекрасного вам дня. Хорошего настроения. Времяпрепровождения. Всего самого наилучшего. Да, чтобы у вас все получалось. Вот такие пчелочки у нас летают. Красавицы, девочки наши такие. Такие красавицы, девочки, труженицы наши. Чего и вам желаем. Да. Довольно жужжать, медок поедать. И в счастье пребывать. Вот такой облет идет. Смотрите, как пошел, пошел, пошел. Только что сидели, вообще не шорхались. Это буквально вот 5 минут. И пошли, пошли, пошли. Вон как он толпой прям полетели, полетели наши труженицы. Вот такой у нас сегодня позитивный видосик про сегодняшнюю нашу такую поездку на пасеку. Все у нас хорошо, прекрасно, здорово, великолепно. Вот. Вам же желаем прекрасного дня, хорошего настроения, пусть ваш род приумножается. Дети, внуки, правнуки, прапраправнуки вас радуют, приносят вам только радость и счастье. Всего вам самого-самого наилучшего. Подписываемся на канал Булат и Кот. Да, проживаем барский лайк, царскую подписочку. Чтоб женщины не сохли, мужчины не гнулись, я же вас обнял, приподнял, поставил, где взял. До новых встреч, мои дорогие. Пока-пока-пока-пока.